приближением холодов хочется баловать себя ароматными согревающими напитками. Согласны? Один невероятно классный вариант как раз хочу вам показать, научу, как приготовить чай с молоком и имбирем. Этот напиток не только вкусный, но и полезный, что очень актуально в период простуды. Для аромата, кроме имбиря, можно также добавить немного кардамона или щепотку корицы, будет очень здорово, рекомендую обязательно побаловать себя этим удивительно насыщенным чаем. Список ингредиентов, в конце видео. 1. Вот такие ингредиенты нам потребуются. 2. В кастрюлю влейте воду и поставьте на огонь, добавьте измельченный кардамон и имбирь, доведите до кипения. 3. На среднем огне проварите минут 6, всыпьте по вкусу сахар. 4. Добавьте чай и варите еще минуты 2. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Влейте молоко. 6. Доведите до кипения и снимите с огня. 7. Процедите через ситечко и разлейте чай с молоком и имбирем по чашкам. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Вода 4 стакана, молоко 1/2-3/4 стакана, чай 3-4 чайных ложек, сахар 8 чайных ложек по вкусу, кардамон 3-4 штук по желанию, количество порций 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Удачи, друзья, заходите.